добрый день. Я снова с вами, давно вас не видела. Меня зовут Татьяна. Сегодня с вами сеть клубов Gold Fitness. Мы находимся в Gold Fitness Hampton. Завтра передаем эстафету золотой Миле. Ну а сегодня мы позанимаемся со мной на ноги и ягодицы. Это занятие на нижнюю часть тела. Вам понадобится ковер, бутылочка воды. Если есть отягощение, обязательно берем рядышком. Если есть утяжелители, нужно их положить тоже рядом. Можно будет после разминки надеть их на ноги. Если есть резина, амортизаторы любых видов, тоже рядом с собой кладем. Это будет вам плюсом. Я буду заниматься без всего. Если у нас основная масса без оборудования занимается, ориентируемся на меня. Итак, будьте внимательны, будем начинать. Стопы на ширине таза, пятки точно под тазовыми косточками. Чуть согните колени, подкрутите таз, направьте пупок внутрь живота. Раскройте грудь, опустите плечи, соберите лопатки. Руки расслаблены, шея длинная, макушка тянется вверх. 4, 3, подышим. Вдох, вдох, выдох, вдох. Еще. Последний. Ладони к низу, круг плечом назад, прямой локоть, вытягиваем шею и проворачиваем лопатку назад внутрь. Еще 4, 3, 2. В два раза чаще. Несмотря на то, что занятие рассчитано на нижнюю часть тела, вверх мы все равно подготавливаем. Еще 4, 3, 2. Ладони перед собой. Раскрылись, округлились. Вдох. Еще. 4, 3, 2. Ладони к бедрам, работаем поясницей. Округлиться, прогнуться. В своем темпе можно? Можно со мной. Шея в нейтральной позиции. 4, 3, 2. Круглой спиной вверх, руки перед собой, скручиваемся вправо-влево. Держим таз посередине, разворачиваем только верхнюю часть корпуса. Растяни косые мышцы живота и спину. Еще. Добавляй удар рукой в сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Внимание, заворот бедром. На носок ставим стопу, вес тела смещаем на соседнюю ногу и разворачиваемся шире. Сейчас попробуем на 180 градусов. Выдох, выдох, выдох. Ладони к низу, круг плечом назад, медленно. Хорошо. Сейчас будь внимателен. Наша задача – подготовить мышцы, суставы и связки. Никаких резких движений, все постепенно. Степ-тач. Руки вдоль корпуса, приставной шаг. Я надеюсь, у вас достаточно места, чтобы шагать амплитудно. 4, 3, 2. Захлёст по одному. Пятка к ягодице, колено направлено в пол. Почувствуй растяжение в передней поверхности бедер. 4, 3, 2. Здесь по два раза. 2, 2. Мягко коснись носком пола и держи опорную ногу мягкой, чуть согнутой в колене. Еще. Колено вверх по одному. Встречаются локоть и колено. Бедро направлено к животу, колено к груди. 4, 3, 2. Здесь также по 2, 2, 2. Бедро ближе к животу. Подтяни наверх. Еще. Захлёст. 4, 4, 3, 2. Меняем ногу. 4, 3, 2. Еще. Пятку выше. Колено. 4, 4. Меняй ногу. 4. Меняй еще. Вверх, вверх, вверх. Отлично. Захлёст. 8, 8, 7, 6, 5. Как громко у нас стало.
Меняй ногу. Отлично. Ребят, кто меня смотрит, отпишитесь по звуку. Слышно, не слышно? Громко, тихо. Колено 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Смена. 8. Выше, выше. 4, 3. Снова колено. Смена. Здесь добавь разворот корпусом назад. Почувствуй снова натяжение в боку. 4, 3. Опорная нога коленом вперед смотрит. Так же, но прямой удар. Ладони сверху вниз, бедро к животу. Все отлично по звуку написали, да? Отлично. 4, 3, 2. Меняй сторону. Снова разворот назад. Обрати внимание, колено опорное вперед направляем. Еще 4, 3, 2. И прямой удар. Ладони к бедру, сверху вниз. Удар. Как будто захватили сверху что-то. 4, 3, 2. Шаг открытый, рука перед собой. Восстановись. И уходим на растяжку. Ладони к бедрам, пяточка в пол, раз назад. Ладони не давят в колено, чуть выше на бедро. 8, 7, 5, 3. И только вправо, пульсом останься. Таз назад, спинка ровная, лопатки собери. Еще 4, 3, 2. Развернись вправо, сзади стоящее колено мягкое. К полу пружинит, к низу. Собери лопатки, можешь опереться о диван или стул. Еще 4, 3, 2. Разгибаем оба колена на себя. На себя. Правый носочек поднимай. Еще 4. Следи за спиной, также максимально ровная. И внимание, наверху стоп. Шаг левой стопой к себе. Ладони за спину. Выпрямили поясницу, лопатки. И пульсируем к прямой правой ноге. Низко, низко. 4, 3, 2. Стоп, внизу. Ладони и стопа к полу. Округлились. И круглой спиной позвонок за позвонком выросли. Разворот к центру. Шаг влево. Ладони к бедрам. Пульс только влево. Таз назад. Еще 4. 3. Лопатки вместе. Развернись влево. Сзади стоящее колено к полу. Чуть согнуто. Старайтесь работать прямой линией в пояснице и лопатках. 3. 2. Разгибаем оба колена на себя. Носок левой ноги поднят кверху. Еще, еще. 4. 3. 2. Наверху стоп. Правая к себе. Ладони за спину. Выпрямились. Носок левый вверх. Пружиним к низу. Прямой левой ноге. 4. 3. 2. Внизу стоп. Ладони и стопа к полу. Круглой спиной выросли. Вытянулись. Стопы на ширину таза. Чуть согнуты колени. Разогреем суставы. Колени немного в сторону. Таз подкручен. Живот подтянут. Грудь открыта. Приседаем. Со вдохом. Опускаемся к низу. Бедро параллельно полу. Выдох. Вырастаем. Режим 2-2. Вдох. Выдох. Старайся держать поясницу без округлости, без прогиба. Если не выходит, сесть к параллели с полом. Можешь остаться чуть выше. Еще. Последний также. И ускоряемся на каждый счет. Вниз. Вниз. Низко-низко. Удерживай поясницу. Ровное внимание. Мы не клюем тазом. Вот этого движения нет. Ровный луч. Еще восьмерка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тройная пружина. Обрати внимание на колени. Они раскрыты, развернуты в стороны. Еще. 2 повтора. Последний.
и пульс только к низу. Остаемся. 7, 6, 5, 4. Глубже. 3, 2. Подъем. Отлично. Ладони к тазу. Шаг правой стопой назад на носок. Расстояние между стоп, тазобедренный сустав. Работаем выпадом. Вдох вниз, выдох вверх. 2, 2. Вдох. Выдох со мной. Опорное колено. Левое. Согнуто под углом 90 градусов внизу. Никак не острее. Сегодня у нас ноги, ягодицы. Чтобы проработать ягодицы собственным весом, будет много махов. Будьте внимательны. Каждый счет. 7, 6. Пока разминка. Даже если есть вес, его в руки не берем. Еще. 3, 2. Финальный. Меняем ногу. 2, 2. Вдох. Выдох. В пояснице также нет ни округлости, ни прогибов. Ровный луч. Макушка направлена в диагональ вверх. Хорошо. И на каждый счет. 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Финальный. Подойди к себе, встряхни ноги. Хорошо. Потянем переднюю поверхность бедра. Пятка в правой ладошке. У ягодицы. Чуть согнуто левое колено. Сожми правую ягодицу. Толкни таз вперед. Дышим. 4 счета. 3, 2. Меняем сторону. Переднюю поверхность бедра левого. 4, 3, 2. Отпусти захват. Хорошо. Сейчас мы переходим к основной части. У кого есть утяжелители, вы можете надеть их на голеностоп. Если у вас есть резинка, либо отягощение, рядом держим. Отягощение сейчас можно взять в руки любого вида. Если его нет, работаем как я, без веса. Итак, 4, 3. Снова присед. 2, 2. Сейчас, пока мы приседаем, те, у кого есть отягощение, либо утяжелители, надевают его, берут в руки. Всех ждем. Помните про приседания. Колени чуть в стороны развернуты. Еще. Отлично. Продолжай работу. У вас все по-старому. Смотрим на меня. Я добавляю отведение правого бедра в сторону. Попробуйте. Напоминаю, у кого есть утяжелители, на ногах. Корпус вытянут в прямой луч. Еще 4. Важно, чтобы вы вот сюда мне не отклонялись. Мы работаем вертикальной оси. Еще. Корпус по вертикали вытянут. Отлично. Каждый счет. Вниз. Мах. Мах. У кого есть вес, держим в руках на уровне центра груди. Вдох. Выдох. 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 Еще 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично, стоп наверху, остаемся. Вытяни корпус, таз подкручен, живот подтянут, левое колено чуть согнуто, грудь открыта. Вес, либо руки на таз. 4, 3. Отведение бедра в сторону, выдох в сторону. Вдох вниз, но пола мы не касаемся. Обращаю внимание, правый носок сокращен на себя и опущен чуть ниже пятки. Разверни пяточку во внешний угол. Еще. Пресс напряжен. Выдох. Вдох. Если есть резина, ее можно надеть на бедро. Если есть амортизатор с ручками, надеваем на стопы, ручки держим рядом с тазом, либо рядом с плечами. Хорошо. Еще 2 здесь. Последний также. И внимание, каждый счет. Темп. 8, 7. Наша задача не максимально высоко вымахнуть бедром, а подключить стабилизаторы, среднюю, малую, ягодичную, опорная левая нога в нагрузке. Пульс только вверх. 8, 7, 6, 5. Если амортизатор взяли, уже до конца его не отпускаем. Отлично. Встали на две ноги. Простой присед. 2, 2. Вниз.
наверх. Либо амортизатор, либо резинка, либо вес утяжелителя, если есть, на голеностоп. Отлично. У вас все так же. Смотрим. Я работаю левой ногой. Попробуем. Сели и отвели левое бедро. Уф, чувствоваться будет немного. Поработали уже этой ногой. Еще четыре. Прямой корпус. Нет залома ни в талии, ни в пояснице. Пресс подтянут глубоко. Еще. Старайся сесть ниже. С прямой спиной. Каждый шаг. Опа, еще. Глубже. Выдох. Выдох. Не заваливайся вправо сейчас. Поставь себе стену мысленно. Работай только вертикально. Еще восьмерка. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Наверх. Стоп. Остались. Сейчас снова. Если есть резинка, либо на таз. Простой вариант. На талию средний, на плечи сложный. Если резинка без ручек, короткая, надели на бедро. И она была уже, но, может быть, кто-то только что подключился. Итак, работаем 2-2, отведением в сторону. Выдох, вдох. Отлично. Еще, еще. Важно, левый носок на себя. Чуть ниже пятки. И не касается пола. Два раза еще. Опорная правая ягодица в нагрузке. На каждый счет в темпе. В сторону. В сторону. Снова не максимально высоко, а чуть в сторону. Подключи правую ягодицу. Выдох в сторону. Еще. Отлично. Наверху пульс. Восемь. Шесть. Четыре. Три, два, две стопы к полу, резинка, отягощение, утяжелители, все осталось. Либо отягощение, либо резину, выбираем. И снова, внимание, выпад правой стопой назад. Опустились, сели, вдох. Поднялись, выросли, подшагнули правой. Выдох, назад, вниз, вверх, вверх, назад, вниз, продолжай. Только правой, еще. Помни, из разминки угол в левом колене сейчас прямой. Живот на бедрах не лежит, но корпус под небольшим наклоном. У вас все так же. Будь внимателен. Вместо одного выпада я делаю мах. Возвращаюсь. И снова выпад. Хорошо. Пробуем со мной мах сейчас. В сторону. И выпад. Назад. Отлично. Чередуем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ягодицы отлично отзываются на отведение бедер. Назад, в сторону, вперед. Еще четыре. В этом темпе держимся. Помни про вертикаль в корпусе. Отлично. Выдох. Вдох. Отлично. Давай еще. Два раза. Если есть те, кто зашел к нам просто в гости и не работает, напишите нам в комментарии, как у вас дела. Как проводите свою самоизоляцию? Я соскучилась по живому общению. Остались наверху 7 отведений. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Сели назад. Выпадает семерка. 7, 6, 5. А кто работает, на комментарии не отвлекайся. 3. Два. Последний. Подшагни. Отвели в сторону. 16. 16. 15. 14. Резина. Отягощение. Все здесь. Еще. Позже прочту ваши комментарии. Буду рада видеть всех. Вы не представляете, как я соскучилась. 8. 7. 6. Давай, давай, выше. Сейчас не скупись на амплитуду. 2. 1. Шаг назад. Выпад. 16. Финиш. 16. Глубже. 15. 14. Если вес в руках, вес всегда перед вами. Руками уже не маши. Еще, еще. Осталось всего 8. 8. 7. 6. 5. Низко, низко.
4, 3, 2, внизу стоп. Остались, сидим. Ровная линия в спине, вытянута шея, дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще. 3, 2, вырастай. Пульсом от ведения вправо заканчивай этот блок. 10, 9, носочек. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Закончили, молодец, встряхни ноги. Я надеюсь, что вы не ставили стопу на пол до самого финиша. Разгрузим среднюю, малую немного, включим внутреннюю. К левой ноге перейдем позже. Итак, стопы шире плеча. Отягощение осталось в руках, утяжелители на ногах. Пятки в пол, носки с коленями развернуты. Бедра раскрыты, широкий присед. Вдох вниз, выдох наверх. Еще. Садимся низко и глубоко. Важно, чтобы ваши колени уходили шире стоп. В стороны, назад. Не заваливайте их к центру. Неверно, да? Иксом мы ноги не ставим. Еще шире раскрыли. Еще 4. Отлично. Также старайтесь не садиться максимально ровной линией, как в плие. Мы добавили небольшой наклон и растянули ягодицы. Каждый еще темп. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Три пульса вниз. 3, 2, 1. Еще. А пальцы ног раскрыты. Вы в кроссовках, либо босиком, чтобы не скользить. В любом случае, пальчики раскрыли. И медленно. 4 к 4. Медленно. 4, 3, 2. Сели. И наверх. Медленно. Мягко. Мягко. Еще. Бедра шире в стороны. Параллельно полу верни. 2 раза медленно садись. И внутренняя поверхность бедра. И ягодицы скажут спасибо. Последний здесь. Внимательно. Правая пятка от пола вверх. 2-2. Садимся пахом, как было, по центру. Таз посерединке. Колени в стороны раскрываем. Еще. Вес смещаем посередине между правым носком и левой пяткой. Еще 2. Отлично. И в следующий раз внизу застыли. Стоп. Статика. 3, 2. Подъем. И снова. 4, 3, 2. Подъем. Еще. 3, 2. 2 раза. 3, 2. Последний. Внизу остались. Сидим. 6 счетов. 5, 4, 3. Я с вами, держаться. Выросли, меняем ногу. Мои домашние, наверное, рады, что я на 2 часа уехала. Я их затерроризировала спортом. Буду терроризировать вас. Продолжай. 2-2. Левая пятка от пола выше. Еще. Вдох. Выдох. Осталось 4. Важно, вы занимаетесь для себя, не для кого другого. Сами свою амплитуду углубляем, темп наращиваем. Отягощение все больше в руках. Внизу статика, стоп, сели. 4, 3, 2, подъем и снова. 4, 3, 2, подъем, еще. Низко, низко. Отлично. Внимание, внизу сели, сидим. 6, 5, осанка, ровная спина. Еще, еще. 3, 2, выросли, 2 пятки в пол. На каждый счет широкий присед. 8, 7, доводим внутреннюю поверхность бедра до ощущения жжения. Еще. Вниз. Вниз. Умницы, медленно. 4, 4, садимся. Вниз, 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 паузу, стоп, и наверх. Мягко, не подскакивай. Еще. Симметрия очень важна. Продолжай работу медленно. Еще 2 раза. Симметрично сгибаем. И симметрично разгибаем оба колена. Последний здесь. Внимание.
внизу сели, стоп, сидим. Оторви от пола правую пятку. Опусти, поменяй левую. Опусти, чередуем право, лево, право, лево, еще 4, 4, 3, 2, выросли. Еще разок, через 4, 3, 2, сели. Внимание, право, лево, чередуем, финиш. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, выросли, супер стопы. Тихни ноги, сделай небольшой глоток воды. Возвращаемся. Отягощение. Утяжелители. Резинка. Стопы на ширине таза. Чуть согни колени. Сделай шаг левой стопой назад. Садимся вниз, вдох. Поднимаемся, подшагиваем, выдох. Два-два. Умницы. Мы перешли на соседнее бедро. Ощущать сейчас будете правую ягодицу. У вас все так же. Смотрим. И снова выпад назад. И отведение в сторону. Чередуем. Выдох. Вдох. Назад. Вдох. Выдох. Еще. Корпус вертикально ровно. Сейчас мы работаем медленно. Важно отточить технику. Не раскачиваем корпус. Не болтаемся, все мышцы напряжены, все мышцы сильные. Каждый счет вам. Стоп, еще. Правая ягодица держит вас ровно. Отлично, еще продолжай. Осталось 8. Еще ниже. Еще 4. 2, 3 отведения, в сторону, шаг назад, 3 выпада, вниз, шаг к себе, 5 отведений, 6, правую ягодицу зажми, корпус ровно, еще, 3, 2, финальный, выпад назад, 7 повторов, 7, 6, растягивай правую ягодицу, таз параллельно полу, 3, 2, к себе, отведение, 16, близимся к финишу, 16, 15, 14, шире, 13, здесь не скупимся с амплитудой, еще, осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, отлично, шаг назад, выпад, 16, глубже, еще ниже садись, бедро в параллели с полом, либо еще глубже, колено сзади стоящей ноги, к полу стремится, осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп, внизу сели, сидим, 7, 6, низко, 5, держаться сильными, еще, 3, 2, подъем, финальный блок, отведение, пульсом в сторону, 10 счетов, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, опустились, молодцы, стихни ноги, сделай глоток воды, и мы перейдем к другой части, опустившись в полу. Сделаем мой микрофон чуть погромче. Раз. 4, 3. Итак, будьте внимательными. Сейчас мы переходим к изолирующим упражнениям на ягодицы. Растяни спину, потянись назад. Ягодицы к пяткам, ладони вверх.
перед собой лоб опущен дыши. Расслабься немного. Подготовь себе площадку. Нам понадобится что-то мягкое. Под локти и колени. Если нет ковра, стелим. Толстое полотенце. Стелим одеяло. Махровые халаты всей семьи. И важно, важно, чтобы ваши локти и колени были защищены. Итак, приподнимись. Локти ставим под плечевые суставы. Колени точно под тазовые косточки. Подкручиваем копчик. Направляем пупок кверху. Живот не висит. Поясница не прогибается. Не округляется. Ровный луч. Лопатки также собраны. Есть люди с длинным бедром, высоким ростом. Если рост ваш выше 1.75 м, можете встать на прямые руки. Попробуйте, как вам удобно. Важно держать спину. Итак, приподнимаем правое бедро от пола. Пятка в потолок, носок вниз. Бедро параллельно полу. Угол колени прямой. Выдох, сжали ягодицу, толкнули пяткой потолок вверх. Вдох, мягко опустили колено и не касается пола. 2-2. В сторону. Отлично, еще. Выше, выше. Старайтесь сейчас представить себе, что на вашей пятке расположена линия горизонтальная, параллель с полом. Как будто потолок выдавливаем наверх. На каждый счет. Темп. Вверх. 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 То есть носочком вверх мы не тянемся. Это напрягает икроножные мышцы. Есть риск спазма. Поэтому носок обязательно на себя. Растягиваем икры, включаем ягодицы. Выдох. Выдох. Еще. Вверх. 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 Не сдаваться. Осталось 16. Здесь. Не машем животом. И машем коленом к животу. Работаем бедром. Изолировано. Упражнение изоляционное. Один сустав. Еще 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Наверху стоп. Застыли. Держим статику. Поясницу проверили. Живот втянули. Лопатки собрали. И 3 пульса вверх. 3, 2, 1. Вниз. 3, 2, 1. Еще. Выше. Продолжай. Нужно почувствовать правую ягодицу. Левая также ощутима. Пульс только вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вниз. И на каждый счет. Финиш. 7, 6, 5, 4, 3, 2, внизу стоп. Колено в пол. Круглая спина назад. Готовься к следующему этапу. Вернись. Снова правое колено от пола оторви. Работаем отведение бедра в сторону. Выдох в сторону. Вдох вниз. 2-2. Продолжая работу. Та же правая нога. Важно сейчас не доворачивать таз, не отрывать рук. Работаем в параллели с полом. Каждый счет. 16. Старайся работать выше. Покажу лицо. Здесь мы отводим бедро до параллели с полом. Высоко, наверх. Осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Наверху статику. Держим. 5, 4. Пульс только вверх. Вверх. Вверх, 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 не сдаваться. 3 финальных счета. 2, 1. Колено в пол, круглая спина назад. Вернись и опустись в положение лежа на боку. Правый бок наверху, левый бок внизу. Длинная шея, ладонь под головой. Здесь можешь чуть согнуть левое колено.
этой позиции правая нога полностью прямая. Носок сокращен на себя и опущен чуть ниже пятки. Бедро развернулось снаружи. Выдох. Поднимаем правую пятку чуть выше тазовой косточки и машем высоко. Вдох, мягко вниз. 2-2. Здесь также, если у вас на ногах утяжелитель, они остались, мы работаем с отягощением, если оно есть. Если есть резинка любого вида, на бедро надеваем. Если резинка длинная, сомкните ее в кольцо, завяжите вокруг бедер. Ваша тренировка станет еще эффективней. Хорошо, медленно, медленно. И на каждый счет. Будьте внимательны, амплитуда движений не широкая. 30 градусов примерно, то есть даже до 45 мы не доходим. Пониже. Задача подключить и утомить среднюю, малую, ягодичную, отводящую группу мышц бедра. Еще. Вверх. 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 Осталось 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Три пульса наверх. Короткой-короткой амплитудой. Мягко вниз. 3, 2, 1. Мягко вниз. Стопой пола мы не касаемся. Работаем ягодичными мышцами, максимально глубоко их включив. Если в предыдущем блоке, стоя на четвереньках, мы утомили больше левую ногу, когда отводили правое бедро, сейчас правое бедро больше подключилось. Наверх, стоп, застыли. Пятка на одной линии с верхней тазовой косточкой. Держим. Здесь будьте внимательны. Сейчас представьте, что ваша пятка находится в одной точке. Вокруг этой точки мы рисуем широкие и амплитудные круги вперед. Внимание, ко мне в камеру, широкий круг. Корпус не заваливаем. Каждый счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Меняй направление в обратную сторону. 8, 7. Стопой пола не касаться. Работать шире. 4. Корпус не гуляет. Лежит ровно. Не движем. Пятка в точку. Держать. Линия параллели с полом. Бедро не опускает. Подключаем внешнюю поверхность. Еще держим. 3, 2. Короткий пульс. Только вверх. 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 Пульсируй вверх. Сильнее, шире. 4, 3, 2. Снова стоп. Статику держи. Должно ощущаться жжение в правой ягодице. Если оно слишком сильное, не бросай, да терпи, иначе все было зря. Не сдавайся. Короткий пульс, только вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Стоп, внимательно. Вгибаем правое колено. Носок правой ноги направляем вперед и подтягиваем бедро 90 градусов к себе. Толкаем пятку назад, делаем выдох. К себе подтягиваем, вдох. Каждый счет. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Выдох. 4, 3, 2. Согнули колено, оставили. Опускаем бедро вниз, не касаясь пола. И поднимаем чуть выше тазовой косточки. Еще. Вниз. Наверх. Вниз. На каждый еще. Отлично. Здесь старайтесь работать, не меняя угла в коленном суставе. Еще. Держим корпус. Можно помочь себе правой ладонью. Осталось 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Выпрямили ногу. Финальный пульс.
вверх, вверх, вверх. Если у вас на ногах был утяжелитель, вы могли почувствовать, что вы дошли до пика уже. Немного передохните и продолжайте вместе со мной. Осталось 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Финальная статика. Заканчиваем. Много отведений, много повторов. Поскольку мы находимся в условиях, где нет больших весов, это поможет нам достичь эффекта лучше. Статику держи, еще 4. Заканчивай. 3, 2, 1. Опусти бедро. Отлично. Снова локти, снова колени. Либо ладони, колени. Зависит от вашего роста. Приподнимите левое бедро вверх. Носок вниз, пятка в потолок, отведение бедра, подъем вверх. Выдох, сжали ягодицу, вдох, растянули. Со мной. Старайтесь не касаться пола левым коленом, не прогибать поясницы. Продолжай выше. Выдох, вдох, выдох. Еще 4 медленно. Мы полностью отработали блок с правой стороной. Сейчас такой же с левой. Мы близимся к финишу нашего занятия. Вытачиваем форму. На каждый счет. Здесь 4 восьмерки. Работаем выше. Как будто пяткой толкаем предмет невидимый вверх. Выдох. Выдох. Следи за тем, чтобы колено не выпрямлялось. Это снизит нагрузку. Подключи больше бедро кверху. Отлично. Вверх. 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 Осталось 3 восьмерки. Старайся дышать правильно. Выдох на подъем. На усилие ягодицы. Выдох. 2 восьмерки. 16. 15. 14. 13. 12, продолжай, 11, 10, 9, еще, вверх, вверх, осталось, 4, 3, 2, статика, стоп наверху, застыли, держим, бедро параллельно полу, сильно напряжен пресс и не прогибается поясница, дышим, 3, 2 и 3 пульса. Вверх, вверх, вверх. Со мной. 3, 2, 1, вниз. Опорная правая нога сейчас напряжена чуть больше. Ей мы уже поработали. Не сдавайся. Левую допекай. Еще. 3, 2, 1. Отлично. 2 раза. Последний. Только пульс. Вверх. 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 Еще. 3. 2. Опусти, не касаясь пола. На каждый счет. Семерка. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Отлично. Колено вниз. Круглая спина назад. Переходим к отведению в сторону. Вернись на 4 точки. Приподними левое бедро от пола. Выдох в сторону. Угол в колене прямой. Вдох вниз. 2-2. Медленно. В сторону. И вниз. Важно, чтобы обе тазовые кости были направлены в пол. Лопатки не провисают. Лопатки собраны. Сделай еще 4. 4. Важно работать сосредоточившись, медленно, без вымахов, без лишней инерции. Работаем силой мышц. На каждый счет. 16, 15. Правая ягодица, сильное напряжение должна чувствовать. Еще мах левой, а чувствуем правую. Осталось 8, 8, 7, 6.
5, давай выше, 4, 3, 2, и пульс только вверх, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, опустили, круглая спина назад. Хорошо. Здесь разворачиваемся правым боком к полу и будем работать левым бедром. Не трать лишнее время, ложись на бок, а я развернусь, чтобы видеть тебя в камеру. Итак, располагаемся максимально ровно корпусом. Вытягиваем шею, придерживаем голову ладошкой. Левое бедро поднято в параллель с полом. Носочек на себя и чуть ниже пятки. Выдох, подъем бедра чуть выше тазовой кости. Вдох мягко вниз, не касаясь пола. Два-два. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Напоминаю, мы не машем бедром высоко. Мы работаем лишь на пару сантиметров выше тазобедренного сустава. Представьте, что через таз проходит линия в проекции параллельно полу. Вот выше этой линии только пару сантиметров мы поднимаем пятку, не машем. Еще два медленно. Последний также. И на каждый счет. Вверх. Вверх. После всех приседаний, махов, отведений, как приятно лечь на бок. Продолжаем. Вверх. Вверх. Восьмерочка. Осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Три пружины. 3, 2, 1. Вниз. Напоминаю, носок на себя и чуть ниже пятки. Разверни пятку в диагональ вверх. Почувствуй больше напряжения. Осталось 3 повтора. Еще 2. Последний здесь. Далее. Стопа в точку. Пятка на линии с тазом. Рисуем широкий круг. Вперед. 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 Еще 4. 4. 3. 2. Меняй направление назад. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Пятка в точке, держи. Статика. Во время статичных поз дышим максимально ровно. Вдох носом, выдох ртом. Выше пятку. 3, 2. Пульс только вверх. 8, 7, 6. Сильно-сильно сжать ягодицу. 4, 3, 2. Снова статика, держи. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Внимание, подтягиваем левое бедро к себе. Угол прямой, угол прямой. Носок на себя. Толкаем пятку вперед. И снова к себе. Вдох, пятка вперед, выдох. Вдох, выдох. Каждый счет. 8, 7, 6. Работай стопой от себя на себя. 4, 3, 2. Согни колено. Опусти мягко вниз. Пола голенью не касайся. И выше, вверх. 2, 2. Вниз. Наверх. Вниз. На каждый счет. Вдох. Выдох. 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 Сильно-сильно подключи бедро. Еще. Не сдавайся. Осталось 6 повторов. Мы на финишной прямой. Близимся к растяжке, к балансу, к гармонии. Давай еще немного. 4 ударные силы. И будем умиротворяться. 2. Наверху стоп. Вытянули ногу в колени. Держим статику. Остались последние пульсовые движения. Статика. Дышим. 10. Выше. 9.
выше. 8, 7, 6, 5, 4, 3. И пульс вверх, вверх, вверх. Сильно-сильно. Напряги ягодицы. Осталось 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Стоп! Три счета всего на весу. 3, 2. Опустись. Мы закончили. Переходим к финальной растяжке. Попрошу убавить немножечко нам звук, чтобы меня было слышно еще громче. А сейчас, внимание, ложимся на спину. Отлично. Звук тише. Мысли громче. Внимание, подтягиваем бедра к животу и ощущаем легкое натяжение в ягодицах. Обхватите ладонями замок над передней поверхностью голени. Старайтесь сейчас оставить поясницу на полу. Скрестите стопы и ладонями разведите бедра на ширину плеча. Мягко покачайтесь вправо-влево. Сегодня хорошо поработали над ягодицами, над бедрами. Внутренняя поверхность бедра, передняя, задняя. Надеюсь, ваши ноги почувствовали то, что я хотела передать вам через экраны. Добавьте круговые движения в одном направлении тазом по полу и в противоположном. Вернитесь к центру, подхватите ладонями правую пятку и положите ее на левое бедро. Здесь копчик и поясница остались на полу, шея и лопатки остались на полу. Руками подхватываем левое бедро и стараемся подтянуть его к животу. Важно сейчас не отрывать от пола плеч, лопаток и шеи. Если позволяет растяжка, попробуйте выпрямить левую ногу в колени и взяться ладонями за левую голень. Вы можете остаться и на предыдущей версии упражнения. Если выходит, потянитесь выше. Ощущается сильное натяжение в правой ягодице. 3, 2. Отпускаем захват. Хорошо, поменяем сторону. Левая пятка на правом бедре. Руками подхватили правое бедро снизу, плечи, лопатки на пол. Старайтесь почувствовать натяжение в левой ягодице. Сильно-сильно прижимаем бедро к себе. И в более сложном варианте пробуем выпрямить ногу в колени и подхватиться чуть выше. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Захват отпускаем. Аккуратно, махом одной ноги, круглой спиной поднимаемся и садимся наверх. Ладони под бедра, плотный замок до локтей. Круглую спину оттягиваем назад и дышим. 4, 3, 2. Вырастаем макушкой вверх. Направьте сейчас лица к экранам. Я взгляну в камеру. Растянем внутреннюю поверхность бедер. Стопы шире плеча, пятки в пол, носочки вверх и немного в стороны. Вынимаем мягкую часть ягодиц из-под себя и стараемся выйти на седалищные бугорки. Потянуться макушкой вверх, вырасти в длинную ровную спину. Вдох. На выдохе опускаемся и ложимся глубоко вниз. Сейчас важно сохранить спину ровной и дотянуться от макушки к копчику прямым лучом в потолок. Также на выдохе, не поднимая головы, переходим к правому бедру. Ложимся глубоко вниз, пробуем ухватиться за стопу либо голень. Здесь можно спину чуть расслабить и округлить. 3, 2. Не поднимая головы, через центр ложимся аналогично на левую ногу вниз. Оба плеча параллельно полу. 3, 2. И снова к центру. Опуститесь низко и глубоко. Попробуйте, округлив спину, тянуться макушкой вперед, в диагональ. Опускайте грудь глубже к полу. Почувствуйте, насколько широко раскрылись бедра. Ощутите внутреннюю поверхность бедра, ощутите ее натяжение. Носочки пробуем натянуть на себя и чуть во внешний угол.
Если ваш угол наклона не такой глубокий, чтобы вы могли касаться пола впереди, вы можете оставить руки позади себя и выталкивать себя вперед. Подышите еще 6, 5, 4, 3, 2. Сейчас подложите ладони под плечи и круглой спиной приподнимитесь наверх. Вырастаем. Собираем стопы к себе. Принимаем удобное положение и расслабляем мышцы шеи. Мягко наклон вправо, плечики внизу. Через центр мягко влево. И снова к центру, ладошки сверху вниз. Отпустите захват. Ребята, была рада вас видеть сегодня на своем классе. Следующий урок «Crunch Stretch». Сегодня пресса не было в тренировке ног, поэтому мы подключаемся обязательно к следующему эфиру. Он будет через несколько минут. Всех люблю, всем пока!